Салам алейкум, дамы и господа, перед вами один из самых, если можно так вообще сказать, бюджетных Porsche. Это Porsche Macan S с 3-литровым V6 на 354 лошадиные силы. Разгон до сотки здесь примерно за 5,4 секунды. Вот такой вот аппарат. Эта модель вообще была выпущена в 2015 году. Первым делом, что бросается, это, конечно, вот эта вот большая длинная фара, вот эти вот буквы Porsche и Macan S, чтобы все знали, что за модель у вас такая интересная. Также здесь у нас 4 турбины, 2 здесь, 2 там. Напомню, на обычном Macan'е здесь одна и там одна, 2 турбины всего лишь, а здесь 4. Также давайте посмотрим на вот эти вот 21 колеса. Просто шикарные. Сделаны в стиле 911 Porsche. Ну и, конечно, вот этот агрессивный перед. Как вам вообще? Пишите в комментариях. Ну а пока салон. Вот так вот. Вот здесь. Электрорегулировка, Macan S, кожа на дверях, все так вот. Давайте сядем. Здесь они поставили дисплей, то есть раньше здесь были, здесь его не было, было все попроще, но с точки зрения качества сборки, конечно, ничто не люфтит, не хрестит, все в лучших традициях Porsche, все отлично. Также вот панорамная крыша, есть фуловая, приятная кожа, здесь вот на двери. Здесь можно урегулировать сиденье ваше так, что вы будете сидеть внизу, прям как в настоящем спорткаре. И вы смогли прокатиться на спорт-режиме с ветерком. Здесь, кстати, несколько очень крутых режимов, включая Sport Plus. Ну а мы переходим назад. Сзади у нас примерно вот такая ситуация. Кондиционер. Шумоизоляция неплохая здесь. Не так просторно здесь, как в Каене. Также. Но багажник здесь на 500 литров. Тем не менее. Также нет вопросов по салону. С вами были UAE Supercars. Покупайте только самые лучшие и качественные автомобили. Пока!